Ну, привет, господа. Продолжаем делать вот эту вот фигню. Нам надо как-то передать данные в сам файл. Так, ладно, давайте посмотрим. Тут у меня есть было категории. Ой, не review забыл. Excel itself specialization. Вот оно, value. И нам надо так, ну давайте сейчас что-нибудь так. Опа. Ну, мы будем это. Так. Тут. Тут у нас где-то сейчас реклама, и вам предлагаем просмотреть на новый фриланс сайт MyJob Asia. Так, короче, новый фриланс сайт бесплатный, где вы можете зарегистрироваться и размещать проекты. Размещать проекты, также брать проекты. Тут вот уже несколько проектов кто-то разместил. В общем, ребятки, вот если вы фрилансер, то регистрируемся тут и пытаемся что-нибудь заработать. MyJob Asia, новый фриланс сайт. You are welcome, friends. Это тут не вот это инк, не рейв забыл, вот тут от Ad и MG. Ну давайте примерно так вот скопируем let field. Да, здесь props. Мы смогу я не копировать, и так понятно. И что у нас есть? Вот видите, value, не тут. Add gallery, да? Не, вот тут вот add img. Name on change. Name img. Вот да, name img, а тут что у нас тут? Давайте МЖ будет вот такая вот фигня. Пух. И МЖ. Теперь давайте проверим, что. Нет, видите, все прошло. Не-а. Да. А чё же так получается? Давайте тогда, ладно, давайте тогда
не определено, ты видите ли? Видите ли, value не определено. Ну давай. Да. То есть... Конечно, value не определено, потому что оно, да, оно копируется. Погнали. Может, value так надо сделать? Блядь, какой-то формик непонятный. Ладно, это вообще мы... Так, это, короче, это не формик даже мы делаем. Конечно, это понятно, что тут должно быть value. Ну так, наверное. Value 7 же. Ну да. Давайте так возьмем. Бог с ним. Давайте компонент deadmount, наверное. У меня мы, наверное, не так сделаем. Конечно, это тут такого не будет. Конечно, делаем LED. This props. Не values, а value. Ну... Вот, видите, value пошло. Тут, наверное, мы нифига не будем делать, потому что если мы меняем, то меняем. Ну да, в принципе. В принципе, тут понятно.
Тут одно изображение, поэтому так. А теперь давайте... Поэтому тут ничего не будем делать. Теперь давайте пойдем в... Где не одно... Так, где моя ручка? Давайте тут уже не одно. Нет, тут одно изображение, а вот здесь вот галери не одно. И мы передаем. Вот так вот. Галереи пошло. Да, обновили все и смотрим. Не, ну так не годится. Конечно же, надо values. Копии. Конечно же, идем ниже. Name не будет, value. Images. Вот так вот. И давайте посмотрим, вот это можно закомментировать, чтобы не мешало. И давайте посмотрим, что же сейчас произойдет. Parse value. Ну и что? Конечно, не тут. Вот честно, не знаю, что тут случилось. Сейчас нормально, я не помню, что я удалил. Давайте, Валь. Конечно, надо его проверять из JSON.
Вот оно, три штучки. Нам нужно, конечно, имя получить. Хотя какой смысл, да? Неправильно. Что, может быть, и нету никакого джейсона. Давайте посмотрим, какую там. ИМЖ. ИМЖ файл, ничего. Ну так. Там на запятую, да, есть запятая, что там еще не так, значит. Чё за две ошибки, блядь? Ты ёлки. Обновляем. Да. Так, давайте валидейтор возьмем, прочекаем. Из JSON. Конечно, так будет намного лучше. Если JSON, то тогда делаем то, что мы хотим. А если не JSON, то тогда ничего не делаем. Обновим. Смотри, во,
Во, ребятки, пошло. Видите, вот тут вот мы быстренько выявили. А ну-ка тут, конечно, оно не будет работать. Давайте так. Во, и тут теперь работает отлично. Description. Вот это, конечно, плохо. Видите как? Так, давайте подумаем немножко. Как же будем делать? Как же будем делать? Так. Отправляем, да, вот сейчас мы на сервер. А что на сервере? Ну, с этим понятно. Если файла нету, то ничего не делаем. То это старое. Что здесь? Нет, давайте, наверное, быть о нем. Конечно, оно должно быть. Название, конечно, надо передавать файлу, да?
Давайте. Не, это же мы идем в этом. Давайте это скопируем. Они почти все одинаково работают, меньше чем доля, чем десятая секунды, поэтому роли большой не играют. Что ж будем делать? Давайте эту функцию сюда впихнем. Ой, не так, не так. Видите, images те же самые получаются. Надо хотя бы одну добавить. Хотя бы одну добавить, тогда. Тогда отлично. Может, все-таки нужно было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Было бы нормально. Мы уже так начали. Видите, вывелось не... Да пофиг, что парится. Ну что, передавать вот такую фигню на сервер, что ли?
На сервере просто сравнить и удалить. Да, давайте вот так вот и будет. Вот это будет передаваться на сервер. Одно и второе. Так, в принципе. В принципе, он change. Надо, конечно, он change вызвать. Конечно, он change давайте вызовем. Давайте он change вызовем. Погнали проверять. Отлично, работает. Как мы видим, отлично все работает. Ну что, осталось, наверное, сервер добавить всю эту фигню. Да, и там будет пут. Давайте попробуем. Так, профайл это продукт. Тут у нас будет совсем другое. Конечно же, другое. Идем смотрим. Профайл продукт. Конечно же, put. Этот продукт. У нас его нет вот этого. Поэтому давайте создадим. Вот он есть, put. Трэш, как мы видим тут.
Apply есть тут. У нас тут уже есть, наверное, этот продукт. Давайте этот продукт 2. Или просто апдейт продукт. Конечно, апдейт продукт. Пусть так. Так, что там передается у нас? Ой-ой-ой, тут же совсем не так. Конечно, тут все будет formidable, и вот эта вот вся фигня. Давайте его добавим. А, тут оно есть. Ну что, вот такую тоже все берем. Все то же самое, да, до этого просто скапливаем, скопируем, да и все. Вот до сюда. Так как вы даже дальше, даже до. Вот это до сюда все копируем. Просто полностью берем и копируем. Вниз, 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 давайте попробуем, посмотрим, что там нанизу. Вниз тут посложить непонятно, да? Что нанизу? Вот. А, понятно. Так. Я думаю, как-то так. Так, смотрим. Конечно же, надо тест формировать.
саму формулу теперь сформировать. Вот смотрим title, description, short description, price, currency, cat, image файл. Да, если в img файл, то append img файл. Конечно же, если val img файл, то только тогда что-то делай. А если нету, иди ты нафиг, ничего не делаем. Так. Конечно, val сюда идет, чтобы мы все могли контролировать. Ну, font.append, mglens. Давайте аккаунт тогда возьмем тут примерно. Аккаунт плюс-плюс. Аккаунт, ну просто аккаунт возьмем, поставим. Вот это не должно быть. Однозначно не должно быть. Сервер наставим, типа мы тут. И вот посмотрим. Так, кажется, все. Ну что, давайте отправим. Давайте обновим. И вот, ребятки, мы тут. Смотрим, что у нас тут. MGLens, статус, cat. Fields, так, все, fields передались. Files, нет ни одного файла, поэтому... Поэтому как есть. Так. Глядите, как тут. Давайте вот этот им же файл. Images чуть позже разберем.
Короче, немножко назад. Не, нормально все. Ну и проверяем. Отправляем. Ух. Как видите, EMG файл URL пусто. Но я решил, например, вот взять его и заменить на вот это вот. Понятно, это будет снова RPG. И в этот раз, видите, появилось. То есть, когда появляется EMG, мы должны удалить. Файлы. Отлично. И нам надо, конечно, передать. Например, мы вот выбрали какой-нибудь файл вот здесь, вот, допустим, также вот этот DDD. Допустим, передаем. Ну, мы видим, что тут вот так же передалось два раза матч файл, и вот уже три. Это, конечно, неправильно. Тут надо. Тут надо, все запутано становится, как видите. Вот я сейчас сделаю и, блин, и забуду, наверное, что тут есть. Ну да фу, фиг с ним, тут уже не индекс идет, а аккаунт. Аккаунт и... И тут давайте, если больше нуля, то нам нужно передать файлы, которые не будут удаляться. А все файлы остальные, которые, то есть массив файлов, массив файлов, которые не будут удаляться. Давай, так им. Image URLs. Массив. И теперь давайте тут. Count равняется 0 также. Тут можно такого не делать. Да, вот это нам оно не нужно, например. Push val mg. Тут, а давайте этот events, оно идет. И тут, конечно же, будет не только lens, но и module. G,
Stringify. Ну, как-то так. И давайте мы его также получим на сервере. Вот здесь где-то. Конечно, после MagiLens. И так, и тут надо еще вывести его еще надо. И давайте тут его добавим. Что мы его передаем? А, ну передается так. Так. Обновляем. И погнали редактировать. Кликаем. Должен быть хотя бы один файл. Не надо, давайте не будем. Давайте не будем выбирать. Проверяем. Вот и Magic URL идет, ага. Вот, Image URL. Так, ребятки. Вот эти вот будут... Так, отлично. Ну, нам нужно, конечно же, добавить файл. Ну, вот левый какой-нибудь. И вот так. Так. Ну, тут давайте просто скопируем то же, что и было. Вот эту всю фигню. Просто перекопируем. Ну, галерея там, конечно, не так будет. Отправим. Ну, видите, один файл пошел, а вот эти не пошли. Ну, в принципе, у нас все уже есть, чтобы можно обновить. Так, все у нас уже есть. Полностью все. А ну-ка глянем, как тут я делал. Смотрите, тут галери есть, идет у нас какой-то фигня. А, да, галери. Угу. Но мы будем позже делать в галерее. Конечно, мы не можем insert продукт сделать, потому что нам нужна
Тут будет у нас два условия. Если, например, есть gallery, да? В gallery есть у нас if ну вот как сейчас mg1, тогда да, давайте. Давайте как у нас пойдет оно. То есть мы уже здесь вот. У нас будет вот так. If то есть gallery. Совсем другой ход. Так, MG1 length. Нам нужно получить продукт ID, да? Продукт. Дело в том, что мы еще даже не передали продукт ID. Тут будет продукт ID. Но тут будет все-таки продукт ID. Где-то надо его. Да, где-то вот здесь вот. Статус. Конечно, это все копируем. Так, как-то так. Самое. Передали продукт ID. И тут мы должны его получить. А где мы его получаем? После статуса, кажись. Оно нам не имеет значения. Большого. Так, и тут выводим после статуса, пусть будет тут. Так, и погнали. Ага. Погнали, проверим. Что там оно так как-то фигово. Как-то все фигово, так, видите. Ребятки, все очень фигово. Идет. И смотрите, а продукта ID нету нифига. Вот видите, продукт ID. Значит, там ID было. Блин. Значит, тут ID было. Видите, продукт ID. Продукт ID 2.
конечно, не актер будет, а апдейт. MG Lens. Так, ну нам надо... Берем первую функцию. GetGallery, да? Наверное, GetGallery. Solo reject db pool. This SQL. Select. From products. Where where ID равняется and user ID. Так, тут давайте напишем product ID, user ID. Как-то так вот. Ну, это первый сценарий. Мы попадаем в первый сценарий. Тут просто продукт ID. Продукт ID ID. Первый такое фигня будет. Второе. Вот мы его получили, эту всю функцию, всю фигню. Давайте попробуем, что мы там получили. Вот я хочу еще одну добавить, допустим, вот эту вот фиговину. Погнали, бух. Ну что, я ничего не вижу, никакой галереи я не вижу. Ага. Погнали. Галери, видите, вот она. Давай я возьму тогда. Галери ничего не равняется. Так, отлично. Тут надо нам...
Еще раз отошлем. Вот, ребятки, вот. Вот, видите, галери. И Images URL, сейчас посмотрим. Ну, тут, конечно, они одинаковые. Давайте мы, например, какой-то URL вот этот удалим. То есть нам надо извлечь. Нам надо удалить. То есть вот эти вот 78 и E4. Вот с ними ничего не делаем. 78 и E4. Не, 78 и E4. Их. А вот этот вот так. Давайте. Вот этот удаляем с сервера. B9. Вот этот вот B9. Его с сервера нужно удалить нафиг. Давайте подумаем, да? То есть нам надо его извлечь. Так, удалить надо одинаковые элементы с массива. Давайте тут вот вроде просто. Назовем его LED. Saved, persaved. Я не знаю, как назвать пэр. Ну, тут не мой array. Тут нисколько не MyArray. Saved URLs. Так, MyArray, не MyArray, тут не будет Gallery.
Конечно, с галереи берем. Не, ну так что-то тут не то, подождите. Вот эти два сохраняются, а вот этот, да, этот ремонт. To delete, давайте, to delete URLs. Нашло оно или нет? Ну-ка, тот, который нужен. Да, 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 вот, вот это что удалить. Ну, а вот это, конечно, сохраняю. Это не надо. Эти вот MG URLs, это те урлы. Которые будут объединяться. Давайте добавим MG URLs. И давайте, что мы еще хотели, конечно же, дополнить. Проверка. Вот, видите, у нас еще надо MG URLs, to delete URLs и MG URLs gallery. Ну, давайте тут это делается как же. For так. Не, object entries. MG1. For each. Okay, well. Okay, well, index. MG URL push. Блять. Вал. Ну как-то так. И тут выведем MG URLs. Ну, кажется, все, проверяем. Вот, смотрите. Вот этот URL мы на удаление идем, потому что его нету. Вот эти два. 78, Е6, Е4. И плюс мы добавили 45. Это тот, что где тут 45. Вот этот 45.
То же самое будет, если мы еще добавим сюда какой-нибудь. Например, вот этот вот. Тебе больше добавилось. Так же само вот идет 78, есть Е4 и 57, А3. Вот он. А3 и 57. То есть у нас уже есть данные для сохранения. Вторая функция будет уже Urls, это и есть галерея. Давайте, ладно, не будет тут никаких вот этих галерей. Там пусть будет галерея, а у нас тут будет. Давайте мы также сделаем галерею. Может правильно, может нет. Но сейчас проверим все. Сколько там? 4. Ладно, более-менее правильно, наверное. Так, ну что? Сколько у нас туда лейт? Один, а мы можем еще сделать, чтобы больше было. Вот этот также. Теперь погнали. Видите, туда лейт 2. Нам надо осталось что сделать? Удалить файлы перво-наперво. Мы просто удаляем файлы. После удаления файлов вставляем вот это все, что у нас есть. Давайте допишем тут уже сразу. Я не знаю, как их удалять. Ой-ой-ой, это не то. Давайте вот эту скопируем. Это 3, это будет insert файл. Insert продукт. То есть не insert, а update. Давайте смотреть, как удалять.
Кстати, я даже не знаю, вот этот insert. Где-то нам, ну, надо старый, посмотрим старый код. Как я удалял. Вот remove files. Не зря их набирал, конечно, время потратил. Надо просто копировать. Сил меньше уйдет и. Надо не remove, а delete. Ну, смотрим, что тут происходит. Ну, видите, надо еще файлы сами. Давайте попробуем создать. Конечно, давайте идем второе удаление файла. Так, files. Тут, конечно, так не пойдет. Тут нужно ту remove, так, и push. Не-не-не. Да где, наверное, так надо. Вот это так. Его пока закроем. И просто посмотрим, что у нас произошло. Возможно, даже нам и не надо такое делать. Ну, видите? To delete URLs. Мы можем их, конечно же, тут, например, туда лейт, где там она туда лейт. Ну пусть так, ладно, пусть так, не будем возиться. Вот второй идет цикл delete files. Ну что, будем удалять или нет, я даже не знаю. Конечно, наверное. А что тут delete? А тут что у нас? Ну правильно.
В общем, мы сюда заходим. Вот идем по коду, да, смотрим, мы попали сюда. И идем. Так, вот тут надо. Раз, два, три. R2. CL R2 равняется. Ну что, проверяем или нет? Давайте проверим. Так, а где они есть у нас, эти файлы? Эти файлы у нас Ну, считаем, сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот два файла сейчас должно пропасть. Там должно стать 10. Погнали. Видите, success. Что означает, файлы пропали, да. И там, да, мы видим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и там 5. Так, файлы у нас удалились. У нас, в принципе, теперь после удаления файлов update продукт. Update product set. Так, я вроде забыл, как обновлять. Это надо где-то смотреть на категории. Не категория. Не категории. Может, где-то здесь. Короче, нету нигде. Я же где-то писал апдейт. Так, у нас там был, обновлялись. Конечно, вот тут я. У нас тут и должно быть где-то, да? Вот это вот оно. Copy find. Set. Так.
VR. VR ID. Ну, вы поняли, ID — это продукт ID и user. То есть это две. Но юзер один не будет. Так. Титул. Description. Short description. Price, currency, img, gallery, status, категория ID, where ID, and user ID. Ну, как-то так. Может, со всеми не так. Но потом когда-то узнаем. Здесь вот погнали мы обновлять продукт. Вот это все надо скопировать сейчас. Давайте титул, есть description, есть short description, есть price, есть currency, есть img, есть у нас? Да, наверное, gallery. Gallery есть, должно быть. Статус, давайте посмотрим, статус есть у нас или нету. Статус есть, категория ID. Категория ID у нас cat.
продукт ID. Да, продукт ID есть. User ID это просто ID. Ну вот, в принципе, должно сейчас обновиться ZenR. Ну и что тут мы вызовем? Res. Success 1. То есть все обновилось. И что там дальше должно быть, я даже не знаю. Примерно вот так вот. EMG не определен, значит у нас EMG URL. EMG, ой-ой-ой, скинул. EMG файл URL. Давайте сейчас попробуем еще разок. Оба, что-то пришло. Да, видите, success here we are. Да, действительно, получилось и какой-то ID. А вот оно тут есть, сейчас посмотрим, категория вот 2. Действительно вышло. Кто бы что ни говорил. Блин. Блин. О, еще и копирование файла пропустили. То есть мы пропустили копирование файлов. Честно, уже поднадоело мне его делать. Надо немножко, наверное, передохнуть. Так. Давайте подумаем, что тут нам осталось. Copy new files 3 copy. Копировать надо новые файлы. Давайте еще и EMG возьмем. Может, оно и не нужно. Ну, с EMG я тут попроще сделаю.
А пусть так будет. И вот оно тут вылетает. Где-то здесь. Галерея. И FMG FileUrl. Exist. Ну, в общем, как-то так. Это кейс 2. А кейс 1 вот это. Так, нам надо где-то копировать файлы. Файлы мы удалили. Копируем copy new files. Она будет тут, она будет третьим. Так, это должно быть четвертым. Так, вот это должно быть четвертым. Так, файлы мы удалили.
это третьим. Но не img файл url, а img файл ps. Ну как-то так. Копи файл. Так, тут это должно быть 3. Три. Что-то не ясно, что там произошло. Ну да, реально не ясно. Авторизованы. Время прошло. Да, ты смотри. Вы видели? Кажется, пошло. Да, действительно, было 4 файла. Действительно, было 4 файла. Да, смотрите. Не, ну тут я добавил. Теперь давайте отправим. Вот, короче, нужно его, конечно, подколядовать. Так, есть второй. Давайте еще что-нибудь поделаем. Например, вот одну я удалил. Кстати, тут видите, даже если ты удаляешь. Так, да, видите, тут я неправильно чуточку делал. Ну,
все, если что, можно подделать, подправить. Уже поднадоело мне, конечно, делать, это надо немножко передохнуть, наверное. Наверное, надо сделать через один кейс. Вытягиваем всегда вот эту вот фигню. Да, через один будем кейс делать. Скорее всего. Ну, давайте попробуем, какая разница. А ну-ка. Это не переключается. Плюс-минус работает. Какого хера тут два? А, ну да, там же, конечно, не... Там не, тут неправильно сделано даже. Ладно, я уже понял, в чем проблема. Не доделано тут, видите. 105, а надо ее вычислять именно. В общем, еще придется над этой... повозиться немножко. Давайте немного, наверное, передохнем, а потом уже окончательно ее завершим. Ну как не окончательно, примерно завершим. Категории они все время будут сейчас высвечивать, я знаю куда. Да, ну, конечно, это 105-я будет. Хотя там даже надо бы, ну, надо бы выбирать другую. И посмотрим, какой там идет. Да, и вообще нету 22. Ой, ладно. Ребятки, наверное, конечно, надо перерыв сделать небольшой. И что мы дальше продолжим? Давайте подумаем. В общем, мы дальше дотестим вот эту вот всю, чтобы она более-менее еще лучше работала. Я нажимаю, не работает. Более-менее, да? Тут, в общем, по вот этому будем работать, по этой. В
больше времени. Возможно, надо будет добавить пагинацию. Постраничную навигацию. Сразу добавить. Или можно позже добавить. Так. Как долго, я не знаю. Как же долго его делать? Но это основное, ребятки. Вот это вот. Вот это вот управление продуктами, там, деление. Вот это вот основное. Вот это мы уже делаем. Вот эту вот админку. Тут вот мы добавляем. Мы добавляем тут, а тут. Редактируем и удаляем. Еще ж удаление нет. Вот это я мог бы тут появился. Должно, да, не трэш. Вместо трэш должно появиться удалить. Вот я в корзину захожу, удалить, и тут появляется. Когда в корзине, тут будет вместо move, тут трэш, удалить записи. Delete all. Это тоже. Ну, короче, тут надо. Вот это, может, даже рейтинга не будет. Какой смысл? Я лучше пусть голосует. И что еще? Бам-барам, бам-барам. Блин, тут такая страшная, вот это вот лого, я не знаю, тут же не будет товара вообще пока. Нафиг мне такой большой. Не, ну тут будут, конечно, категории товара. Ну, в принципе, сейчас еще подумаем. После этого мы уже перейдем. Как еще доделаем? Уже перейдем, да-да, на вот это, на домашнюю страницу. И на мой шоп страница. Не, мы на мой шоп перейдем после домашней. Вот эту домашнюю страницу нам надо полностью завершить. Чего бы то ни было. Вот ее надо полностью будет завершить. А что тут-то? Вывести продукты по страничной навигации. Ну и вот эта вот фигня, вот это будет интересно тут. Вот это вот будет фигня интересно. Добавление в корзину. Тут, короче, да, вот это вот самый функционал такой интересный. Там еще надо будет новую почту добавить. Может, еще какие-то там службы доставки. И вот корзина, ребятки. Вот наша корзина. Да, мы еще сюда не дошли. Еще далеко, далеко нам сюда как бы. А уже хочется быстрее завершить. А еще надо с этой гадостью возиться. С основной. Там уже просто вывод. Потом стили там чуть-чуть подправим, да то и все, весь магазин готов. Ладно, в общем.
В следующем видео продолжим. Пока.